Друзья, всем привет! И мы начинаем игру Zombies City. Несколько подписчиков просили, чтобы я сыграл, протестировал эту игру. Здесь есть несколько режимов. Режим истории, режим защиты. Вот, я думаю, друзья, давайте-ка мы пойдем с вами по сценарию и пойдем первую миссию. Это госпиталь. Следующие миссии закрыты. Ну что же, начнем. Итак, загрузка. Вот так здорово выглядят наши зомбики. Вот все сделано в пиксельном стиле. Надеюсь, друзья, игра вам понравится. Итак, вперед, Зомби Сити. Ой, как здорово здесь все выглядит. Итак, друзья, есть предыстория. Давайте-ка я еще добавлю звука. Вот есть куча зомби, от которых мы должны защищаться. Вот, причем все это происходит в пиксельном городе. Вот, довольно-таки забавно, прикольно. Вот сделали разработчики. Итак, игра уже мне нравится своей вот графикой. Вот есть первый герой медик. Неужели мы будем играть за медика? Ну, скорее всего так, либо мы будем играть вдвоем. Сейчас мы это посмотрим. Итак, что у нас с управлением? Левая сторона экрана отвечает за передвижение, правая сторона экрана за оружие. Ну, я думаю, это, друзья, как вот в стандартной игре. Ну, все же, все понятно. Итак, давайте-ка вот... Ага, правая сторона отвечает за обзор, естественно, за обзор. Ну и в дальнейшем, я думаю, она будет отвечать за оружие. Итак, вперед, друзья, есть первое оружие. Это пистолет плюс две пачки патронов. Нажми на красную кнопку, чтобы стрелять. В кого стрелять пока? Ага, вот он зомбик. Итак, друзья, вот тот, так здорово удалось его застрелить из пистолета. Вот, нужно будет искать нычки. Есть подсказочка, есть зелененькая стрелочка. Нажми на красную кнопку, чтобы стрелять. Ну, пока все понятно. Итак, давайте-ка мы пройдем с вами. Вот, итак, вперед, вперед. Что здесь у нас? Итак, что с этим зомби? Он жив или не жив? Непонятно. Ну, давайте-ка я пока возьму пачку патронов. Ага, вот есть клавиша перезарядки. Вот, как я подозревал, этот зомби оказался жив. И я вот стреляю из него с пистолета. Ну что же, пока все понятно. Движемся с вами дальше. Кстати, интересно, друзья, что здесь есть в настройках? Что здесь есть в настройках? Было бы интересно посмотреть. Итак, давайте-ка, друзья, я попробую застрелить и этого зомби. И следующего тоже без проблем удалось. Итак, друзья, интересно, что же есть в настройках? Автоподъем, автоприцел, навигация, тип управления, чувствительность обзора. Перезапуск, главное меню. Вот навигация даже есть. Навигацию можем отключать, либо... Ага, да, смотрите, друзья, есть еще режим бега. Вот, но я думаю, не стоит нам вот бежать, потому что здесь может быть куча зомбиков. Итак, непонятно, что здесь происходит. Давайте-ка я смотрюсь. Нет, все, здесь все закрыто. Итак, друзья, игра для меня новая, первый раз прохожу, поэтому прошу не судить строго. И я нашел какую-то аптечку. Как мне ее... Ага, я ее, по-моему, уже вот автоматически и взял. Вот. Кстати, у нас был какой-то медик. То ли нам его нужно будет спасти, то ли мы играем за медика. Я, честно говоря, еще не понял. Итак, вперед, вперед, и выходим. Давайте-ка я смотрюсь. Посмотрим, что здесь происходит. Итак, у нас новые достижения медик и 500 опыта. Вот это, конечно же, радует. Вот, что за черт? Это что такое? Ага, а теперь, друзья, заключенный. Итак, наш герой очутился в тюрьме. Братан, ух, ничего себе. Итак, друзья, вот я сейчас вот окажусь топором. Ну, вот топор, это уже круто. Давайте-ка посмотрим, нет ли других зомбиков. Ну, пока не вижу, только вот этого, который идет нам навстречу. Итак, давайте-ка протестируем этот топор. Ого! Итак, еще один зомби. Удар топором. Ого, нашему герою досталось. И вот два удара удалось нанести повреждение. Давайте-ка я вот так отступлю. И удар топором. Вот, да, вот почему-то этого зомбика удалось свалить из трех ударов. 97% у нас здоровья. Вот что здесь происходит, пока непонятно. Но вот видите, зомбики вот уничтожили всех заключенных. Остался только наш герой. Вот, и один из многих. Я так понимаю, друзья, что в дальнейшем это будет у нас отряд. Но пока вот предлагает нам бежать. Но, честно говоря, вот не хочется мне бежать, потому что здесь довольно-таки опасно.
Вот, появился опять очередной зомбики. Ну и давайте-ка я его как-то топором попробую запинать. Ох, ничего себе. Вот кто это нас ранил? Друзья, по-моему, кто-то нас грызет. Давайте-ка я посмотрю, кто нанес повреждение нашему герою. Я не понял, но я подозреваю, что я плохо уклонялся от зомбика. Итак, попытаюсь вперед. Вот так нанести удар и отступить. Да, вот так. Здорово. Отлично, удар. И добивающий удар, и зомбик уничтожен. Ну, главное, топором. А смотрите, как прикольно изображена кровь в пиксельном стиле. Довольно-таки забавно, что здесь кофе, чай, вот унитаз и очередной... Даже мышеловка, смотрите, друзья, как забавно изобразили вот разработчики. Жаль, нельзя увеличить. Я попробовал увеличить, нельзя увеличить. Вот, ну что же, вперед. Итак, вперед движемся дальше. Давайте-ка рассмотрим, что здесь происходит. Вот, не стоит здесь спешить, потому что, мне кажется, могут быть ловушки. Пока я... Ага, вот, ожил очередной зомбик. Удалось нанести удар топором. Вот ничего себе, вот два удара оказалось мало. Вот приходится наносить три удара. Ну, я так понимаю, вот при удачном обстоятельстве. Автоприцел можно включить в меню паузы. В принципе, видите, друзья, ну, у меня почему-то автоматически автоприцел вот был. Ну, мне кажется, так интереснее играть, поэтому давайте-ка оставим. Ага, можно и выключить, можно включить, можно выключить. Итак, целая куча зомбиков. Вот удар топором и отступаем. Удар топором и отступаем. Ничего себе, не удалось запинать. Ну вот, как-то очередной зомбик. Вот давайте-ка попытаемся. Ой, вот как это меня развернули. Итак, друзья, пинаю, пинаю топором. Вот пытаюсь запинать зомбиков. Ох, хорошие удары. И нужно уничтожать этих монстров. Итак, удар топором. Один зомби уничтожен. И второго тоже добивает топором. Вот, супер. Ну что же, пока у нас все получилось. Движемся по стрелке. Ну, я скажу, здорово, что есть навигация. Ну, вообще, игра мне порадовала. Прикольно сделано. Вот удар топором. Вот, отлично. Не понял. Неужели он достает? Как он достает? Надо бить голову, тогда не будет доставать. Мне, по крайней мере, так кажется. Итак, друзья, нам нужны ваши подсказки в этой игре. Возможно, я что-то делаю не так. Вот, пока буду разбираться. Итак, что здесь у нас? Ага, аптечка, друзья. Есть аптечка. Сейчас я попросмотрю. Итак, 40% жизни сейчас у нашего героя. Если я беру, остается 60%. Вот, итак, друзья, мне кажется, как-то неудачно я вообще прошел вот миссию, потому что вот все же досталось нашему герою. Было бы здорово, конечно же, вот подобрать какое-то более серьезное оружие. Вот, да, вот смотрите, как, кстати, друзья, новое оружие. Бейсбольная бита с каким-то вот шипами. Вот, вот такая вот палка, прикольно. Ну, честно говоря, топор мне больше нравится. Ну, я так понимаю, что это оружие лучше. Ага, друзья, мы можем еще переключаться. Вот жаль, непонятно, какое повреждение наносит эта палка, а какое топор. Какой из оружия лучше? Итак, это зомбик или человек? По-моему, это человек. Не понял, это что, он у нас стреляет или в зомби? В кого он стрелял? А ну-ка, друзья, вот давайте-ка я его пытаюсь пинать. Вот, и что же, да, удалось его уничтожить, этого человечка. А жаль, друзья, я оружие не могу забрать, обидно. Вот, я надеялся, что удастся снять с этого человека, с трупа, вот оружие, не получилось. Что у нас еще, друзья? Итак, я нашел еще одну аптечку. И это опять же радует, восстановил жизнь до 73%. Вот, кстати, друзья, игра мне нравится. Вот пишите в отзывах, понравилась ли она вам и стоит ли снимать продолжение. Вот довольно-таки вот ярко и прикольно, и зрелищно. А смотрите, друзья, как разработчики прорисовали даже небо. Вот как для мобильного устройства, я считаю, очень даже неплохо. Ну что же, пойдем с вами дальше по навигации. Кстати, можем включить бег. Давайте-ка смотрите, как он шустро бегает. И, друзья, куча зомбаков сразу же. Ну что же, будем бить и отступать назад. Отлично, будем бить вот так и отступать назад. Зацепили, зацепили. Мне казалось, что наши герои не должны зацепить. Вот, тем не менее, цепляют. Цепляют вредины. Итак, удар.
Вот пытаюсь запинать. Ну вот, да, двоих удалось запинать. Удар третьего. Вот сразу же даже не буду отступать. Итак, 57% жизни. Это, конечно же, радует. Но аптечку было бы неплохо еще одну найти. Итак, посмотрю в нычках, что здесь есть. Кстати, вы видите, тут здесь возможны какие-то именно вот нычки, где можно что-то найти интересное. Мне кажется, как правило, в таких играх есть. Вот попробую взобраться вот сюда. И что здесь? И здесь какой-то человек пытается застрелить нас, а я его попытаюсь добить вот этой дубинкой, шипами. Отлично, удалось уничтожить врага. Ну и идем, друзья, с вами дальше. Итак, не удается мне, к сожалению, больше найти аптечку. Вот, кстати, жаль, потому что жизни маловато, всего 46%. Ну, я надеюсь, что мы все же справимся. Итак, рассматривая территорию, пока ничего хорошего не увидел, интересного. Хотя, возможно, разработчики здесь спрятали что-то интересное. Итак, вот что это такое? Это какая-то яма, ничего я не увидел. Итак, да, друзья, есть аптечка. Удалось мне ее найти, 66% жизни. Ну и куча зомбарей, куча зомбиков. Вот, итак, прошу прощения, кто-то пытается ко мне дозвониться. Ну, я сейчас попытаюсь вот ответить. Итак, давайте-ка я отступлю. Вот, попытаюсь отступить. И, по-моему, друзья, мне зажали в Google. Давайте-ка я попытаюсь отбиваться. Вот, отвлекся на телефон. И нашего героя чуть не запинали. Вот, кстати, еще третий. Это какая-то девушка в розовом. Вот, пытаюсь ее справиться. Вот, удалось. Но из-за того, что я отвлекся, потерял кучу жизни. Вот, не стоит, друзья, так делать. Вот, ну что же, вперед, движемся дальше. Итак, здорово, смотрите, есть танки. Что здесь интересного есть? Ну и опять же куча зомбарей. Так, нельзя больше подставляться, нельзя терять здоровье. Вот, попытаюсь сейчас справиться с этим зомбиком. Итак, удар и сразу же отступаю, супер. Вот, удар и отступаем. Ай-яй-яй, зацепил, по-моему. Зацепил. Тогда давайте-ка я сразу же не буду отступать и буду просто пинать вот так. Вот, кстати, это был военный. Да, вот супер, друзья, ничего я жизни не потерял. Вертолеты довольно-таки здорово прорисована постаполитическая. Вот, кстати, что это за зомбик ползет? Давайте-ка я его попытаюсь тоже без проблем запинать. Ну, мне кажется, с этим зомбиком вот попытаюсь нанести удар и сразу же отступить. Да, вот отлично, вот здорово. И вот так мы его сейчас допинаем, пусть подходит поближе. Вот отлично, да, вот ни единого процента жизни не удалось ему забрать. И мы подходим к следующему зомбарю. Вот так и не успел я отступить. Вот, оказывается, во время удара нельзя отступать. Либо бежать, либо бить. Вот, потерял 3%. Не стоит больше так рисковать, то есть либо бить, либо отступать. Вот, рассматриваю с надеждой, что, возможно, друзья, где-то еще спрятана аптечка. Пока не увидел. Ну, тогда давайте-ка движемся по стрелке. Возможно, что-то там. Итак, три зомбика. Три зомбика. Кстати, здесь кто-то еще шевелится. Давайте-ка я попытаюсь добить. Итак, вот не удалось, друзья, отступить. Почему, не знаю. Итак, вот так. Удар, 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 удар. И враг уничтожит. Эх, мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка. Я ее пока не вижу. Итак, давайте-ка тогда я буду как-то аккуратнее. Итак, давайте-ка отступим назад. И попытаюсь сразу же запинать этого врага. Вот, отлично. Да, ни процента жизни он не сумел забрать. Вот, отлично. И сразу же пинаю второго зомбика. И вот неудачно. Неудачно, не отступил я. Вот, давайте-ка эту девушку. И сразу же отступаем. Да, удалось запинать. Вот, здорово. Итак, есть аптечка, друзья. Есть аптечка. Жизнь восстановлена до 33%. И это уже, друзья, меня радует. У нас очень неплохие шансы выжить. Итак, вперед, вперед, вперед. Давайте-ка посмотрим, что здесь происходит. Вот, я думаю, то ли по дороге идти, то ли мы пройдем через вот какую-то площадку. Ну, давайте-ка я пойду по стрелке. И у нас новое достижение. Побег. 500 хп, 500 опыта. Итак, друзья, давайте-ка я думаю, и опять же продолжается сценарий, зомби нападают, и наш герой с вот этой
палкой с вот нельзя ее сказать назвать битой, это у нас, ну, в принципе, можно сказать, что и битая, вот такая вот палка с шестеренкой, и который. Итак, спасибо, ковбой. Тогда сматываем удочки, тут неподалеку оружейный магазин, самое время закупиться. Итак, наш заключенный спасает медика, и теперь они вдвоем бегут к оружейному магазину. Что у нас? Здоровье 100%. Интересно, а не могу ли я перемещаться между героями? Вот сейчас попробую сделать. Да, друзья, смотрите, здорово. Вот могу перемещаться либо на заключенного, либо вот на медика. Что опять же здорово радует. Да, вот, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, с каким героем вы хотите, чтобы я бежал в следующем видео. Кстати, у медика револьвер и пистолет. Ага, даже нож есть. Супер. У заключенного только топор и вот такая вот шипастая палка. Вот, ну давайте-ка, друзья, я еще протестирую револьвер. С револьвером мы с вами еще не бегали. Вот что у нас по сценарию. Итак, вперед. Итак, друзья, игра все больше и больше мне нравится. Пишите отзывы в комментариях. Итак, смените персонажа. Ну что же, сменить персонажа мы уже разобрались. Как сменять персонажа. Вот что у нас дальше. Итак, давайте-ка, друзья, я сменю персонажа и начну стрельбу. Вот, итак, вот так, вот так, вот так. Ой, не, друзья, не прицелиться. Мне показалось, что это прицел. Вот, итак, друзья, стреляю в тыл. Вот этому герою вот удалось его вот пристрелить, а наш зэк в ближнем бою оказался очень крут. Видите, опять же, друзья, очень непросто все получилось. Вот, ой-ой-ой, в глазу у него отвертка. Вот, ай-яй-яй, и, друзья, у нас вот так. Ох, кончились патроны, но удалось все же справиться. Итак, друзья, итак, вылечите раненого напарника. Но вначале мне нужно справиться с вот этими вот зомбиками. Итак, отлично. И еще нужен выстрел. Вот, супер. Супер. Враг уничтожен, но мне нужно спасти зэка, нашего напарника. Отлично. Ну что же, здорово, друзья. Зэк восстановлен. Вот, правда, с патронами у меня не очень, но в крайнем случае можно будет воспользоваться ножом. Итак, давайте-ка я перезаряжу револьвер и сейчас еще сходим за зэком. Итак, куда у нас дальше? Вот, возьму-ка я топор, он мне почему-то больше понравился, чем это. Вот, бейсбольная бита шестеренкой. Кстати, куда нам дальше идти? Вот что-то. Ага, вот у нас две девушки, которых наш зэк сейчас пытается запинать топором. Итак, удар. Вот, отлично. Ничего себе, с одного удара удалось справиться. Вот, пытаюсь. Вот, ой-ой-ой, друзья. Итак, надо отступать, надо отступать. Вот, мужичок с отверткой в глазу. Пытаемся зарубить девушку. И это у меня удается. Да, супер, друзья. Кроме того, удалось найти аптечку. Кстати, у нас у зэка здоровье 91, у медика всего 52. Нет, давайте-ка я, наверное, все же аптечку дам медику. Вот, пусть он берет вот аптечку, а мы переключимся с вами на зэка. Пусть он идет первым. Вот, пусть принимает на себя удары, а вот уже медик пусть как-то добивает. Итак, удар топором. Вот, неплохо. Ой. Итак, что это было, друзья? Что это было? Разминирование. То ли я наступил на мину, то ли что, я не понял, но вы видели какой-то взрыв. Итак, давайте-ка пока еще выберу шестеренку. Итак, я так понимаю, друзья, это враги. Это враги. Ой, да, друзья, нужно атаковать, и мое здоровье падает. Вот. Неужели это напарник? Это, друзья, по-моему, напарник. Это уже какой-то герой, который будет у нас в отряде. Или это мой медик? А это мой медик, друзья, я не разобрался. Я не разобрался, тем не менее, давайте-ка поможем нашему медику. Вот, отлично. Итак, идем в атаку. Пытаемся запинать этих врагов. Вот с нашей бейсбольной битой. Итак, здоровье на минимум 7%, но все же нашему зэку удалось выжить. Так, куда нам дальше идти? Нам нужен автомагазин. Вернее, склад оружия, ну, либо магазин оружия, ну, сейчас посмотрим. Кстати, давайте-ка рассмотрю, друзья, возможно, где-то есть аптечка. 7% здоровья, это вообще кошмар.
Вот, в любой момент любой зомбарь может добить нашего героя. Ой-ой-ой, нет, друзья, не будем оставлять медика. Видите, сейчас его могут зомбики допинать. Вот, итак, вперед, вперед. Вот, бью, 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 бью. О, супер, удалось справиться с этим зомбарем. Пинаем второго и еще, давайте-ка, друзья, ой-ой-ой, отступим и добиваем вот этого. Отлично. Итак, пока все у нас получилось. Жаль, что с аптечкой не очень. Но у меня, друзья, мне кажется, есть неплохой шанс, что наш медик нашего героя сумеет подлечить, если что. Итак, вот. Да, удается запинать. Давайте-ка я не буду подходить к двоим разом. Или вот так нанесу несколько ударов и отступлю. Вот, отлично. Итак, по-моему, у нашего медика не заканчиваются патроны. Вот когда я его вставлял, у него было всего несколько патронов. Ну а пока движемся, давайте-ка дальше по стрелочке. Да, первое оружие для нашего зэка, это вот, не знаю, какой-то дробовик. Итак, вот первый выстрел, супер. Ну вот смотрите, как здорово он наносит повреждения. С одного патрона уничтожен. Ага, наш медик ввязался в ближнюю атаку. Вот я пытаюсь добить этих зомбарей, и пока все у нас получается. Итак, друзья, по-моему, нашего медика запинали. Вот, причем зомбари оказались очень шустрыми. Вот давайте-ка я попытаюсь их как-то. Вот. Ой-ой-ой, друзья. И мой герой погибает. Гейм овер. Обидно, досадно, но ладно. Итак, друзья, вот такая вот забавная игра. Вот идет миссия сначала. Вот, я уже разобрался. Надеюсь, в следующий раз мы уже лучше с вами сыграем. Итак, друзья, пишите в отзывах, комментариях рекомендации по этой игре. Вот, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Итак, друзья, на этом сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах и комментариях, продолжать съемку этой игры, не продолжать. И чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!